рыба, которые называются «синие попугаи». Удивительное морское существо, интригующее синего цвета, относится к семейству скаровых, окунеобразных рыб, насчитывающих 10 родов и 80 видов. Ареал обитания необычной синей рыбы с клювом, как у попугая, коралловые рифы и мелководье в тропических и субтропических районах в западной части Атлантического океана и Карибского моря. Некоторые ее экземпляры вырастают в длину до 120 см. Рыба-попугай имеет мощный клюв с множеством зубов на внешней поверхности челюстной кости. Благодаря клюву они питаются, соскабливая водоросли и мелкие организмы с кораллов и горных пород, при этом тратят 80% своего времени на поиски пищи.